Сокольниках появится зимнее караоке и зимняя арфа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы. К 1 декабря в парке оборудуют специальный шатер с аппаратурой, где установят датчики голоса. То есть при их срабатывании будут автоматически включаться тепловые пушки и согревать этот шатер. Также в Сокольниках организуют и конкурс на исполнение оперных партий. А работать такое зимнее караоке будет до 30 декабря.